Здравствуйте, меня зовут Майя Кричевская, мне 13 лет, я живу в городе Москве. Занимаюсь профессиональным трением в студии кино «Актер». О себе. Я честный, искренний и открытый к общению человек. Очень люблю новые знакомства. С 5 лет по настоящее время занимаюсь хореографией. Танцевала как художественную гимнастику, так и хип-хоп. Также занимаюсь актерским мастерством и вокалом. До студии «Актер» занималась в ПЦ «Эколь». Очень бы хотела сняться в драме или мелодраме. Расскажу вам басню. Иван Андреевич Крылов, «Стрекоза и муравей». Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Помертвело чисто поле. Нет уж дней этих светлых болей, как под каждым елистком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодная нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь холодный? Слой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться силой. Это вешних только дней, прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето, говорит ей муравей. Да льдоволь, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость, всякий час, так что голову вскружила. А, так ты, я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело, так поди же, попляши.